Так значит, ты и есть тот самый дубощит. Скажи, почему Азог Осквернитель охотится за тобой? Ты знаешь Азога? Откуда? Мой народ первым заселил горы. Еще до прихода орков с севера. Азог вырезал почти всю мою семью. Оставшихся взял в рабство. Но не для работы, видишь ли, а ради забавы. Он сажал оборотней в клетки и истязал их себе на потеху. Есть и другие вроде тебя? Когда-то было много. А теперь? Теперь всего один. Значит, вам нужно выйти к горе до конца осени. До наступления дня Дурина, да. Ваше время на исходе. И потому наш путь лежит через Лихолесье. Ходят слухи, что орки из моря заключили союз с некромантом из Долгулдура. Я бы не совался туда без крайней нужды. Мы пойдем по эльфийской тропе. Она пока безопасна. Безопасна. Но лесные эльфы не похожи на своих собратьев. Они не так мудры и более вспыльчивы. Но да это не так важно. Это почему? Эти земли кишат орками. Их становится все больше. А вы идете пешком. Живыми вам до леса не добраться. Я не люблю гномов. Они алчны и слепы. Они не видят ценность жизни тех, кто слабее их. Но орков я не люблю больше. Что вам нужно? Отпустите пони, когда доберетесь до леса. Даю тебе слово. За нами следят. Да, этот орк не станет сдаваться. Азог будет преследовать гномов, пока не убьет их. Почему сейчас? Зачем осквернителю выползать из своей норы? Орки Мори и чародеи из Долгулдура заключили союз. Ты в этом уверен? Стаи орков собираются у крепости. С каждым днем их становится все больше там. А что ты знаешь об этом чародее? О том, кого зовут некромантом? Он не тот, кем кажется. Его сила притягивает зло. Азог ходит к нему на поклон. Гэндальф! Время уходит!